Доброе утро, друзья! Это новое утро на Новой Одессе. Сегодня 17 января. Во всем мире отмечается праздник детского, юношеского творчества и изобретений. А если вы внимательно следите за социальной сетью ВКонтакте, на которой у нас есть своя страничка, вы уже знаете, кто у нас сегодня в гостях. Это прекрасная группа «Радио Горка». Здравствуйте, ребята! Доброе утро! С нами Олег, Макс и Влад. Как я понял, не в полном составе, потому что в полном у вас есть еще и... Не, ну я вижу две руки, две ноги, двуруки и двуногие. Они обычно как ходят? Ну еще два двуруких осталось. Два двуруких вы оставили дома? Да. Не добудили? Просто в Персии сейлы, и они уехали за шаровары. Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, когда вы основались, образовались и сошлись, и каким образом? Да, ты помнишь? А, они не помнят. Ну, мы с Владом были друзья. Раньше. Друзья мы были. Ну, когда-то. И играли музыку, песни всякие, там, кино. Играли, и потом начали играть свои песни. Влад начал сочинять тексты, я начал сочинять музыку. Для вас это было неожиданно? Да, Влад царил текстами, и мне стало жалко, я решил что-то с ними делать. И так постепенно стало, что мы стали больше играть свои песни, нежели кино какое-нибудь. Нежели играть в кино. И кино. Радовали друзей, радовали. Я радовали. Думаю, что это кино, ну, хуже в общем не стало. Может быть, стало лучше? Да. А потом друзья начали просить, ребята, давайте что-то делать. И мы начали что-то делать, нашли Олежку, нашли остальных. И первый концерт. Теперь у вас есть человек, который сидит и улыбается? Да. А потом, недавно, совсем недавно, мы обнаружили, что, оказывается, мы еще и познакомились практически в один день. Но через пару лет только мы собрались вместе. Вот. Такой прекрасно. Вот сложный путь в искусстве. Катя смущается при виде таких трех прекрасных я вообще парней. Просто я потерялась. Я предлагаю, как она любит говорить каждый эфир, с места в карьер. Давайте же послушаем, что вы умеете. Петь. И играть. Как говорят в Comedy Club, миниатюра или зарисовочка. Я налила себе вина. Немножечко пива налила, запила все коньяком, а дальше не помню. Ничего не помню. Ничего не помню. Ничего не помню. Не пойму, почему. Почему я ничего не помню? Браво, друзья. Прекрасная утренняя получилось песня для того, чтобы все проснулись и скорее Роженская побежали. История знакомства, я так понимаю, практически, да? Многих девушек со многими парнями на утро. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, друзья, записываете ли вы альбом? Есть ли у вас какие-нибудь студийные записи? И стоит ли это вообще делать на пространстве одесской музыки? Записей нету. Судимых. Но есть много живых записей. Мы настолько погрязли в живых записях, и они настолько все неплохи, что как-то мы не спешим с этим. Но, конечно, это дело нужное, актуальное. И те, кто этим занимается, те молодцы. Мы тоже скоро будем молодцами, но когда неизвестно. Отлично, хорошо. Скажите тогда, пожалуйста, когда ближайший концерт, чтобы наши зрители могли прийти и да, послушать вас? Да, проанонсируйте свои выступления. Куда нам податься? Нас пригласили недавно на два концерта сразу. Это был конец января и начало марта, по-моему. Но пока что неизвестно числа. Но будут как минимум два. Mm-hmm. А там уже... Мы просто некоторое время не уступали, где-то месяцев шесть. Сессию сдавали. Все сдавали все, что могли и не могли. Отдыхали, мы просто разленились. И после 6 месяцев, вот пару дней назад выступили, наконец. И снова в деле. Отлично. И сразу... Движение какое-то. А помимо музыки, вы чем-то занимаетесь в миру? Да, как на земле. Так, чё, работаем? Работаете. Чё, работаем? А чё, о чём Макс работаем? Макс музыкой занимается, так что у него очень смешно. Да, мой папа занимается музыкой, и я вынужден заниматься ей тоже. Это семейная династия? Да. Семейная династия, которая в крови. С 3 лет со скрипкой там или что-то в этом роде? Да, я бросал. Хотя, когда большой, это не скрипка, это гитара. А, и без смычка, да? Да, без смычка. Все время путаю. Бросал несколько раз, но в итоге я все равно здесь. Никак гитара, с балкона. Музыка все-таки непреодолима в сердцах наших героев. И я предлагаю послушать что-нибудь еще от группы «Радио Горка». Да. Песня, которую мы играли обычно в электроварианте, называется «Светофор». Про то, как нужно переходить через дорогу, а как не нужно.
Он очень спешил, думать времени нет. Он хотел перейти на красный свет. Он не искал другого пути, он просто хотел перейти. Как и у всех, тоже были друзья, ими могли стать ты и я. Его и кто-то любил, как жаль, что он об этом позабыл. Думать времени нет, и хотел перейти на красный свет. Он не искал другого пути, он просто хотел перейти. В памяти прохожих остался лишь след. Вот был человек, а теперь его нет. Спасибо большое, друзья. Ребята, ищите группу «Радио Горка» в интернете, ВКонтакте, слушайте их треки и ждите, конечно, конца января, когда они обещали нам концерт. Скажи, пожалуйста, Влад, сложно ли играть на трубе? Ну, сидя сложно, да, еще впервые перед телекамерами. У нас просто впервые человек, который играет на трубе. Да? Да. Ты учился где-то специально или это врожденный талант? Врожденная труба рта. Вырожденный талант. Ну, я ходил на пару занятий к директору музыкальной школы у себя там, где-то далеко в Чебанке, где я живу. А потом сами вот как-то мы там учимся. Да, мы просто играли, как я говорил, играли. Тут Влад просто резко почему-то решил, не решил, а он сразу стал играть. То есть мы играли так, тут раз и Влад трубой. Просто многие говорят, я хочу научиться там кататься на лыжах или прыгнуть с парашюта. А я решил не говорить, а решил научиться. То есть он просто раз и с трубой. Я думаю, ну класс. Отлично, друзья, у нас в гостях группа «Радио Горка». Не переходите дорогу на красный свет, пусть у вас будет хороший день сегодня. А я напомню, что спонсор нашей программы – строительная компания «Будова». «Будова» – всегда приятно возвращаться домой. Реклама на «Новом утре» на «Новой Одессе».